Привет, друзья! Вот так вот прям через лес едем. Еду просто с мужем, поэтому говорю едем. Ну и с вами, да, то есть, естественно. На экзамен. У меня сегодня экзамен по теории. Вот. Сейчас вот здесь вот надо осторожнее. Ты за звук. Смотрите, что за звук. По теории еду на экзамен. А потом у меня в воскресенье практика. Вот, практику сдаю. Причем, знаете, у нас сдача не своему инструктору. Я не знаю, как в других автошколах, но все, что я читала, все вроде своему сдают. У нас нет. Может, что-то поменялось, конечно. Мне мой инструктор сказал, что... Ой, типа, сегодня просто жарко. И, кстати, в день сдачи экзамена вообще 30 градусов будет. Практики. Сегодня что-то около того. Он сказал, что законом нельзя. Блин, интересно. Только внутренний что ли закон? Не знаю. Люди. Теорию еду сдавать в филиал, потому что у нас там теория только по бумажке сдаются, там, где я именно заключала договор. А там есть компьютер. Решила на компьютере. Так удобнее. Фух. Что-то прям тяжело, конечно. Такую жарень. Даже в теньке. Ну, сейчас, конечно, приятно. Но, видимо, организм все равно чувствует. Ладно. Пока отключаюсь. Пожелайте мне удачи. А, да, я хотела сказать, я-то готова вообще. Готова. Несколько дней делала билеты, решала их, или в марафон пыталась проходить, но полностью пройти это сложно. Ну, я просто обновляла, периодически вопросы обновлялись. Так до 600 я проходила, а дальше что-то у меня уже, ну, знаете, такое состояние было. Я уже понимала, что все, я устала, уже ошибаюсь там, где я никогда не ошибалась. Приходилось обновлять и позже делать. Ладно, все, поехали. Фух. Воротик. Едем, едем, едем. Волнительно немного. Я уже почти на месте и с Богом. Ребята, дала. Что там в итоге-то? Экзамен дала. О, это вообще. И там очень сложно сдать. Надо реально быть готовым полностью. Там, короче, на 3 билета надо ответить все правильно, тогда сдашь с первого раза. На 3 билета? Да. Фига 3, себе. Представляешь? Но если ты делаешь хоть в одном билете... То есть 60 ответов. Слушай дальше. Но если ты делаешь хоть одну ошибку в одном, хоть в одном билете, тебе нужно у каждого... То есть, допустим, если 2, то это вообще все. В одном билете 2, это уже все. Могут, конечно, еще 10 дополнительных, она говорит, дать. Но, в принципе, скорее уже все. 10 дополнительных вопросов или билетов? 10 дополнительных вопросов. Короче, там такая ситуация, что ты, если делаешь одну ошибку, тебе дают, ну, к билету еще 5 дополнительных вопросов. И если ты в нем хоть одну ошибку, но то ты это говорила, все мимо. Да. Ну, классика. Но только понимаешь, когда ты в ГИБДД сдаешь, там 20 вопросов. Если из них, из 20 всего лишь, у тебя выпадет там одна или две ошибки, то тебе дополнительно дают 5 или 10, в зависимости от того, сколько ошибок, вопросов, да, дополнительно. То тут же совсем непросто. 3 билета, в каждом по 20 вопросов. То есть 3 билета, 20 вопросов, ну, ты посчитал, да, уже 60. Мужчина, хватит пялиться сюда, пожалуйста. Вот, а, значит, 60. И, короче, вот из этих 60 вопросов, получается, если ты в одном билете, где 20, сделал хоть одну ошибку, дополнительно к каждому вопросу, понимаешь? А у меня так получилось, я даже не знаю как. Готовился-то я, в принципе, хорошо, но, конечно, я понимала, что я могу, тем не менее, какую-то ошибку совершить. Вот, и получается, что в одном билете я одну ошибку сделала, потом еще в одном билете ошибку сделала. Мне каждому из этих билетов по 5 вопросов дополнительно дали, и я ответила на них без ошибки, естественно. И после этого мне дали еще 2 билета, то есть еще 40 вопросов. Из-за того, они что я сделала там, что две ошибки.
Прикинь? Стоп, погоди. Это вообще жестяк. Мне кажется, если бы ты сдавала там, такого бы не было. Понятия не имею. Здесь какая-то хуй. Не, ну вообще, конечно. Это как-то очень... Но зато она сказала, что ну зато в ГИБДД точно сдадите. Да, вот в этом ты типа гони. Но пересдача у них платная. Угу. Вот, поэтому... Да, и сколько? Я не спрашивала, мне зачем, я же сдала. И со мной чувак был, он тоже сдал. Вот. Но он тоже дополнительно делал. Только он сделал, я две ошибки из трех билетов, а он одну. И дополнительно еще отвечал на 20 вопросов. А я на 40. Представляешь? На 40. И я на все 40 ответила без единой ошибки. Ну, из-за этого у меня 4, блин, а не 5. Да какая разница, что по разнице? Я сказала, это вообще никак не играет роль. А какая разница, как-то, если это да или нет? Там нету, блин. Короче. О! А практический экзамен будет сдаваться офигенно. То есть вот с этим мне на практический экзамен ехать. А, то есть тебе вначале это надо было? Да. Понятно. А теперь на практический. Вот здесь вот будут оценивать все по оценкам. То есть вот график, таблицы, и в ней будут вставлять вот... Вот гондон это, а? Нашли повод, блин. Но зато человек хорошо подготовится перед ГИБДД. Тогда, если, блин, ты на столько вопросов отвечаешь, то на 20 вообще фигня. Я когда 20 вопросов отвечаю, вот, ну, дома, через компьютер, я всегда отвечаю правильно. Еще ошибок не делаю. Поэтому шанс ответить на 20 вопросов, ну, он без этого в ГАИ вообще вот так. Ну, конечно, мне все равно придется попрактиковать, потому что сейчас буду сдавать практику, а потом, после практики, меня записывают на экзамен в ГИБДД. И все, я уже в ГИБДД стою. Ну, тут уже... Ну, короче, на следующей неделе технически ты должна закончить. Ну, в смысле, на этой неделе. Если я сдаю, если я буду практику сдавать на этой неделе, то, соответственно, уже... На этой неделе я либо сдам, либо нет уже, как бы я не знаю. А вот мне вообще интересно, если они тут все записывают, потому что новую бумажку они печатают, если вдруг не получилось. Мне вот интересно, как это работает. Неважно. А сдавать мы будем главному автоинструктору. А у них там предводитель есть, типа. И он мне сказал, что я буду ехать одна. То есть хорошо, что у них там они не возят всех вместе там. Все это... комфортнее все-таки. Я говорю, ну слава богу, хоть это хорошо, ну что вот так, не придется. И мой автоинструктор вообще не будет присутствовать, в принципе, только главный, у них хоть там главный автоинструктор. Вот, ну, я говорю, предводитель. Ну, типа того. Ну, потому что тот, кто учил, не имеет права брать экзамен. Ну, в общем-то, в этом есть логика. В этом логично, есть да, логика, мало ли, да, он может, да, это, конечно, сказать, да, я хороший, я классный, да, так что да, ты сдал. Вот, короче, там есть повыше. Один чувак, который чисто принимает экзамены, я так понимаю. Ну, он главный, бог его знает, может, он чем-то еще и занимается. Да, бог-то точно его знает. Слепил, наверное, из того, что было. Ну все, отлично. Да. Едем домой. Теорию сдала. Лапусечка. Меня муж поцеловал, но удачи. Да, да, рабочий. А, 3 раза. Ну да, если бы 2, то ты бы сделал. Я учила, готовилась к билетам. Да, все, едем, давайте. Ребят, в общем, вот, еще с другой стороны, прикиньте, вон сколько еще всего. Вот так вот. Обалдеть, да? Все это сдавать предстоит.